Доброго здравия, други мои! Я уже много раз вам рассказывал о своей дружбе с праправнуком Ивана Максимовича Поддубного Афанасьевым Алексеем. Алексей очень много со мной делился эксклюзивной, интереснейшей информацией о жизни Ивана Максимовича, делился материалами из библиотеки Поддубного о тренировках и воспитании физической силы Ивана Максимовича Поддубным. Но сегодня Алексей нам сделал поистине царский подарок. Он подарил нам грушу боксерскую, прекрасную тяжелую боксерскую грушу, которую мы уже немного законсервировали для того, чтобы она прослужила как можно дольше. Также он подарил нам вот такое вот борцовское трико, которое будет вручено лучшему борцу нашего спортклуба. И вот такие вот памятные, выпущенные к 150-летию Ивана Максимовича, значки. И еще раз хочу поблагодарить Алексея за подарки и за нашу дружбу. На сим, други мои, разрешите откланяться. Будьте здравы!